Всем добрый вечер, это Жеман Дмитрий, и мы снова говорим о жизни Одесского городского хозяйства. Как я и говорил неделю назад, теперь мы будем видеться каждую неделю. За минувшую неделю мы уже четко знаем, что не стоит ждать каких-либо результатов аудита, и некоторые кадровые изменения необходимо сделать уже сейчас. За эту неделю мы уже сделали точечно некоторые изменения по ЖКСам в самом департаменте, но об этом мы поговорим на следующей неделе. Сейчас бы я хотел вам рассказать о нашей новой инициативе, так называемый общественный надзор. Общественный надзор – это группа людей, это активные люди, журналисты, общественные деятели, которые совместно со специалистами департамента будут заниматься, собственно, надзором, он же контроль, за выполнением ремонтов, это капитальных ремонтов текущих, которые выполняет наш департамент и ЖКС. Это такие люди, как Игорь Хмурый, Александр Новицкий, Ольга Симоненко. Совместно с ними мы увидим, насколько качественно выполняются эти работы, насколько оперативно они выполняются, и мы покажем это нашей общественности. Как это будет выглядеть? По выполнению работ, по окончанию работ, они будут выезжать на место, инспектировать, насколько качественно выполнены работы, насколько они соответствуют тем сметам, которые были заявлены. И только после их резолюции я буду подписывать акты выполненных работ. Я думаю, это серьезный шаг, который это позволит вывести на новый уровень наши ЖКС, на новый уровень качества работы наш департамент. За эту неделю на мой Facebook зашло очень много сообщений. Я ответил на все. Напоминаю, что свой Facebook веду я сам. Поэтому я думаю, и в дальнейшем я буду отвечать на все вопросы. Пишите. На этом на сегодня, я думаю, все. Всем спасибо. Увидимся через неделю.